Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Детское кресло». Дорожные полицейские напомнили родителям правила перевозки маленьких пассажиров и предупредили об административной ответственности за нарушение этих правил. В рамках социального раунда «Маленький пассажир. Большая ответственность» с водителями провели беседы о необходимости соблюдения скоростного режима и отказа от опасных маневров на дороге, особенно когда в автомобиле находится ребенок.